обязаны не покидать места проживания. Исключение составляют обращение за экстренной медицинской помощью и случаи прямой угрозы жизни и здоровью. Ограничение не распространяется на следование на работу и обратно. Выходы для покупки продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, вынеса мусора и выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от своего дома. В общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1.5 метра. Соблюдение мер самоизоляции под контролем полиции. В Владимирской области уже выявлены случаи заражения. Могут быть